Всем доброго времени суток, и мы продолжаем с вами проходить игру. Как раз остановились мы с этого момента, поэтому начнем. Wait. This is my neighborhood. This is my street. I don't like this. This was the day the shadows destroyed our town. This is my home. I don't want to go inside. Shannon. Lydia. No. This isn't how it happened. You weren't here. Ну, опять у него какие-то воспоминания, в общем. Военное кладбище. Бен мертв. Он умер от ран, полученных при крушении вертолета. Я не знаю, как выжил. Но я рад этому. Убежище впереди, и я отчаянно рвусь найти Шеннон и Лидию. Остыла в опасности. Я должен спасти ее. Я должен спасти их всех. Так, понятно. Только насчет убежища же вроде он сказал, что его нету. Не существует. Бен сказал, насколько я помню. Ладно. Начинаем. Так, опять тут всякие вышки. Ага. Начинается зомбари. Получи, гад. Этот стопудово встанет, да? Нет. Лежит, как мертвый. Так, 12 патронов. Перезарядимся. Черт, там ломятся уроды, а? Дробовик надо взять, может. Так, понятно все. Ладно. Да чтоб тебе, блядь. На чмо. Так, ладно. Патроны на дробовик есть. Хорошо, пойдем посмотрим, что тут есть дальше. Да ядрен ты уж. Ну хорошо, хоть аптечки тут есть. Ладно, это радует. Это уже радует. Так, что тут далее? Далее запрыгиваем сюда. По трубе. И сюда. Так, а тут что? Тут у нас... Так, ладно, так. Вау. Да чтоб тебе, а? Придурок. Ну ладно. Блин, там надо... Надо, получается, с перекатиком. Сейчас попробуем. Это как у нас... А, вот как. Ладно. Так, обычно он спотыкается с разбега. Ага, как батька прям. Так, ладушки, что у нас далее? Закрылась, там зомбари везде. Че, надо убивать, наверное, всех, я так понимаю. Или че? Ладно. Yeah.
Да чтоб вас, а! Давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее! Да чтоб тебе, а! Это ж надо было зацепиться, а! Так, ладно. Блин, патронов не осталось. Ладно, переключаемся на револьвер и... И... Так, я так понимаю, прыгаем на окно. Отлично. Все великолепно идет. Так, что у нас дальше ждет? Радиопередача, это ловушка, Сузан, понятно. Так, тут опять перепрыгивать надо. Упс, блин. Блин, надо было подпрыгнуть, вон там наверху перекладина же. Ой, дурень, ладно, надеюсь, недалеко начнем. Так, хорошо. Так, а здесь-то что у нас? Так, хорошо. Перепрыгиваем здесь. Ползем, как обычно. Как обычно, главное. Не на лестницу, я так понимаю. Так. Угу. Так. Что тут у нас? Зомбяк. Так, ладно. Иди отдыхай. Вот тут что у нас? Фото военной базы. Фото военной базы. Это все ради чего мы туда добирались мы? Так, ладно, перепрыгиваем. Опять с разбега. Блять, что за подставы? Ладно. Долбоеб. Что еще могу сказать, блять? Ага, ну давай ты быстрее, понимаешь, так тут все тоже обрушивается. Так, селект. Это была ложь, все было ложью, убежища нет. Просто ждут чистых и невинных, чтобы скормить их гадюкам-убийцам, одержимым изгибом своих мышц, превосходством над слабыми и уязвимыми. Где мои девочки? Эти люди забрали их, клянусь, я найду их, неважно. Кого мне придется, короче, грохнуть. Упс. Блин, а он сам случайно не превращается в зомби? Что-то у меня такая мысль закралась. Так. Фрагмент медицинского заключения болезни. Ладно. Опять прыжки, блин. Так, ладно, побежали. Так, пугало там огородное жрет что-то. Так, аптечка. Это кстати. Аптечки всегда хорошо, когда мало жизни. Так. Так, тут что у нас? Подвешены какие-то. Вот и я об этом же сейчас только что подумал, что слишком как-то спокойно здесь.
Have they found any survivors? Looks like they found a young woman. A redhead, you know? Очень интересно. It's the damned radio that broadcasts regularly the false message that attracts the survivors. It should end once and for all with a lie brought to them. It's like the rat said, we all make choices. These men chose to lie and to kill. They chose the worst in themselves. But it ends now. Угу. Значит, все это было ловушкой. Упс. Вот это развязочка. I don't know what you're talking about. The boy who was with you. He's no one I know. I said, throw down your weapon! It's not even loaded. Tell us where he's hiding. Throw down your weapon, or I swear I'll shoot! Ну, просто изумительно, еще и плен взяли. Tell us. Do you hear me? This broadcast was recorded on the first... Угу. Начинаем, наверное, с базы. This must be their base. Stella is here. I can feel it. My family. This is it, Randall Wayne. Отлично, начинаем. Опять без оружия, опять без всего, да? Ну как обычно. A fragile looking door. I can easily break through it. Так, мы ее сломаем, а далее это что? Так. Убивает на раз, ну, на глушняк причем, блин. That's Stella. How old do you think they are? Probably not even 18. I think it's right. You're dirty, sweetheart. This is procedure. They'll catch me in seconds if I break the grid now. Так, мне... Take off your clothes. We have to decontaminate you. I'm fine. I'm clean. I promise. I'm sure of that. More importantly, you're a pretty girl. But we have to be sure that you aren't going to bite us. The shower will help us to be sure. Take off your clothes. Help, please! We'll do it the hard way if that's how you want it. Отлично. Here, get dressed. What? How did you find me? People who make noise stir up a lot of attention. Hurry up, we need to get out of here. Wayne! What happened to us? Where's Sam? And Ben? They're all dead, Stella. But they said this was somewhere safe. That they'd put us in quarantine. That Seattle... You've just seen it with your own eyes. Seattle is dead.
That blood in your saliva is the only real thing we have left, Stella. Now, have you seen my wife and daughter? Shannon? Lydia? No, Randall. But they have people trapped all over. They could be here somewhere. Come on, let's go. We've got to find them and leave this place. Что-то как-то быстро мы... Quick, Stella. We need to get out of here. We'd better turn off the power if we want to move on. Let's go. What was your favorite baseball team? The Black Sox? Shut up, dumbass! All the sellouts from that team are dead, just like the other. Mm-hmm. I need help! Don't worry, I'm here. Так, хорошо. Что далее-то мы делаем? Придурок! Ёб твою мать, какой долбоёб! Да сейчас я тебе помогу, бля. Давай, иди сюда. Так, а тут-то что? Тут зомбари. Загадочки пошли, а? Так, ладно, отпрыгиваем от стенки и залазим, я так понимаю, туда. Блин, много ошибок из-за глупости делаю, из-за невнимательности. Опять тебе помогать там, что надо? Нет, поднялась сама. Ладно, хоть на этом спасибо. The power generator. If I turn this off, all hell would break loose. Could it be my pleasure? И как обычно всегда и случается. Блин, да присядь ты, тип, твою мать. Блять, надо перелезть было. Здорово просто. Отлично. Подожди, надо патроны забрать. Упырь, блин. Так, хорошо. Так, надо, блин, сделать зарядиться.
Блять, там опять вон стрелять надо. Давай. Блин, опять начинается, что ли, лазание по стенкам. Да. Так, тут что у нас? Убиваем окно. Да понятное дело, что... Да начинаются выкрутасы свои гребаные. Ну давай ты быстрее там. Что опять там случилось с этой Стеллой, блядь? Так, и чего? Чего я с этого постамента сделаю? Так. Ну давай за дробовика. Так, ну и... Фак, их слишком дохера. Пиздец полный. Догонит, блять, он. Угу. Так, да? Хер себе, пробегу. Так, что здесь у нас? Блять, какой-то жирный гад стоит впереди. Иди ты нахер. Иди к чертовой матери. На, блять, урод. Ну и что ты, блядь, предлагаешь мне, черту тени повсюду, блядь? Давай ящик сдвинем этот или чё, блядь. Побежали. Ёб твою мать.
Да, жесть. Великолепно, просто у меня нет слов. Так, это, я так понимаю, конец игры. Значит, он все-таки сделал свой выбор. Ну что, могу всех поздравить, мы прошли с вами игру. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующих играх. А пока, пока-пока.